Замість звичайної площі з клумбами і лавками – ландшафтний дизайн, модернова сцена для вистав та каскадний фонтан з кольоровою підсвіткою. У Марганці почалась реконструкція площі Гірничої Слави. Це перше капітальне оновлення більш ніж за півстоліття, кажуть обласні владці. Нині будівельники вже завершують класти плитку. Пішохідну зону відділяють від проїзної, облаштовують пандуси. Каждый год мы реконструируем и открываем одну-две площади центральных в городах Днепропетровской области, одна-два парка. А эти современные комфортные пространства, в которые мы превращаем заброшенные ранее территории, становятся любимыми местами отдыха горожан. Марганцы мы 2 года назад открыли на пустыре парк, в котором любят отдыхать горожане. В Марганце месяц назад мы начали реконструкцию площади Гірничої Слави. Площадь всегда была памятник Ленину, развалины бордюры, развалины фонтан. И когда совсем было непривлекательно. Вот у нас в прошлом году построили парк на Ворошиловке, то мы с детьми ехали отдыхать всегда туда. А теперь ждем с нетерпением, когда уже восстановят площадь.